Следственный комитет Чувашии возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего чебоксарца, который подозревается в избиении своей 6-летней дочери. Факты насилия были зафиксированы в феврале и октябре этого года. После последнего случая девочку госпитализировали. В настоящее время подозреваемый задержан. В ходе допроса он признал свою вину. Суд следователям направлено ходатайство об избрании в отношении него мер пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями перед компетентными органами будет инициирован вопрос о лишении подозреваемого родительских прав в отношении потерпевшей.